привет, баба Вера, как всегда с вами. Ну что, тут меня Саша Гаврилов просил посмотреть три ультрамариновые танцы ЛДЖ. Но искала оригинал, не нашла. Ауди не захотелось просто слушать. Я люблю и смотреть, и слушать. И так решила, вот тут неофициальный танец нашла какой-то этот. Ну, давайте посмотрим. О. Интересно. Танцы. На любителя, ну, я люблю танцы. Так что, посмотрим. Поехали. Ой-ой-ой, танцор какой. Тут у меня закладки вылетают, я читаю. Зараза, не обращайте внимания. Автограф у тебя внутри груди. Все, что хочешь, можешь говорить, говори. Мой автограф у тебя внутри груди. Все, что хочешь, можешь говорить. Говори все, что хочешь, и не надо стесняться. Сегодня ночью мы с тобой превратимся в пространство. Они так любят мой почерк, можешь не сомневаться. Ультрамариновые танцы. Ультрамариновые танцы. Ультрамариновые танцы. Выдохся. Лёжа уже.
все, что хочешь, и не надо стесняться. Сегодня ночью мы с тобой превратимся в пространство. Ультрамариновые танцы. Красивые. Я так понимаю, что чуваку просто нравится танцевать под эту песню. О, песня, конечно, LJ, как всегда, на высоте. Мне понравилась. Понравилась. Очень так. Ну, и этот чувак под нее. Не только я кайфовала, и чувак кайфовал под нее. Видно было. Больше дурачился, чем танцевал. Но все равно прикольненько, прикольненько. И песня понравилась, и танец так вот. Он, я посмотрела с удовольствием этот клип, так что официальный танец, а не клип. Понятно? Понравилось. Ну что, пока-пока. До новых встреч. Okay.